Добрый день, друзья! Вот у нас следующая история называется «А уже зима». Видите, снежинки падают, и снег везде намело, и на крыше тоже. Вы же знаете, что после осени, осенью бывают желтые листья везде и желтая трава, листья опадают, и потом наступает зима. Вот снег еще не выпал, но уже холодно, и ежик одел шарфик и валенки. А здесь мышка тоже замерзла, сидит. И Мишка одел шарфик и шапочку. А уже зима. Холодно, звонко стало в лесу. И так светло, и далеко видно, что если бы не гора, ежик из своего дома мог бы увидеть дом медвежонка. «Ау!» – крикнул ежик. Выйдя звонким холодным утром на крыльцо, «Ау!» – крикнул медвежонок со своего крыльца. Они не видели друг друга, но, проснувшись одновременно, подумали. И он там, за горой, наверное, проснулся и вышел на крыльцо. Ежик прислушался, было тихо. Медвежонок даже повернул ухо в сторону ежикового дома. «Все-таки далеко!» – пробормотал медвежонок. И побежал к ежику. «Я тебе кричал!» – еще издали крикнул медвежонок. «И я!» – сказал ежик. «И что?» «Не слышно! Гора мешает!» – сказал медвежонок. «Гора не пускает наши голоса! Давай сдвинем!» «Ха-ха-ха!» – сказал медвежонок. «Скажешь тоже!» «У кого будем завтракать?» – спросил ежик. «Давай у меня!» «А что у тебя на завтрак?» «Чай, мед, для тебя гриб!» «А какой гриб?» «Гриб!» «Масленок», – сказал медвежонок. «Маринованный? Что ты? Я его только вчера нашел. Так он же замерз. Ну и что? Чем плохо? Крепкий замерзший гриб. Крепкий замерзший грибов? Я еще и зимой наемся. Где же ты возьмешь зимой свежезамороженный гриб? Много будешь знать, скоро состаришься. Ну скажи, на горе», – сказал ежик. «Снегу мало, они замерзают и уже до весны свежезамороженные. И что ты с ними делаешь? А ты не знаешь?» «Нет». «Ем», – сказал ежик. Медвежонок расхохотался. «Ладно, идем ко мне», – сказал он. «Я тебе дам белый сушеный, а еще что? Меду, а еще? Ну, варенье твоего любимого, малинового». «Пойдем», – сказал ежик, и они зашагали к дому медвежонка, шурша подмерзшей травой, хрумкими палыми листьями и тонким литком на лужах. «Светло и просторно», – сказал медвежонок. «Замечательно, снегу нет, а уже зима». Видите, какой домик тут у медвежонка. Там камин стоит, дрова наколол медвежонок. А здесь ежик идет. Тут домик медвежонка, гора, и там домик ежика. И поэтому, когда они говорят, то не слышат друг друга из-за горы. Подписывайтесь на канал и жду ваших комментариев. Всего доброго. До свидания.